What is
nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. It's just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Oh,
Добрый день, уважаемые участники нашего научного семинара. Тема научного семинара – компьютерные технологии инженерного анализа в задачах исследования машин и оборудования. Спикер Нагаев Хайрош Абилович, кандидат технических наук, Карагандинский индустриальный университет. Кратко хочу рассказать, о чем будет наш семинар. Вначале кратко расскажу о важности и роли использования компьютерных инженерных технологий в инженерных задачах исследования машин и оборудования. Далее будут показаны примеры использования программ или средств компьютерного анализа для решения наших научных задач. В настоящее время технологии и средства компьютерного инженерного анализа широко применяются в научных исследованиях. Это в значительной мере обусловлено тем, что современные программные средства компьютерного инженерного анализа позволяют полностью или частично отказаться от натурного эксперимента, переведя все в область компьютерного моделирования с привлечением КАЯ-систем. Компьютерный инженерный анализ фактически является вычислительным экспериментом, а системы КАЯ выполняют при этом роль исследовательского инструмента. В некоторых процессах, где проведение натурных экспериментов требует больших материальных затрат, например, изготовление принципиально нового образца оборудования или проведение натурного эксперимента на действующих технологических линиях, вычислительный эксперимент с использованием КАЯ-систем является единственным возможным подходом. Большинство инженерных задач, решаемых с помощью КАЯ-систем, можно отнести к одной из следующих дисциплин – прочность, тепло, электромагнетизм, жидкость, газодинамика, мультифизика, связанные с задачами. В задачах исследования машин и оборудования в основном используются компьютерные технологии инженерного анализа, связанные с первой задачей, с первой дисциплиной. Это движение твердых тел, давление на твердые тела, контакт твердых тел. Существуют разнообразные программные продукты инженерного анализа, позволяющие при помощи расчетных методов оценить, как поведет себя компьютерная модель машины в реальных условиях эксплуатации. Ну, такие как, например, ANSYS, Console, Autodesk и другие. Выбор программы расчета зависит от подготовленности пользователя в своей научной области, типа решаемой задачи, типа доступных аппаратных средств, размерности задачи и других факторов.
критериям, помогающим сделать выбор, относятся следующие факторы. Программа широко используется, в программе используются новейшие научные достижения, программа коммерчески вполне доступна, имеется подробная и понятная документация. Одним из программных средств, отвечающих уже указанным критериям, является программный комплекс Autodesk Inventor, который содержит среди компьютерного инженерного анализа динамическое моделирование и анализ напряжения. Среда динамического моделирования содержит команды для моделирования и анализа динамических характеристик механизмов движения при различных режимах работы и условиях нагружения. Среда анализа напряжения предназначена для выполнения расчетов статической прочности и частоты собственных колебаний конструкции. Профессорско-преподавательский состав, магистранты и студенты кафедры технологических машин и транспорт Карагандинского индустриального университета активно используют компьютерные технологии инженерного анализа, в частности программный комплекс Autodesk Inventor в задачах исследования технологических машин и оборудования транспортной техники. Результаты работ с использованием компьютерных технологий инженерного анализа опубликовано в различных научных журналах и сборниках трудов международных конференций. Хочу вам представить примеры решения научных задач исследования машин и оборудования с использованием компьютерных технологий инженерного анализа, в частности, в программе Autodesk Inventor. Первый пример – это компьютерное моделирование динамических воздействий на тяговый орган цепного конвейера при исключении жесткой связи приводного узла с фундаментом. Кратко, суть задачи, актуальность в чем заключается, это в следующем. В настоящее время начинает четко просматриваться тенденция на увеличение скорости движения цепного тягового органа и повышение производительности конвейеров. Однако главным препятствием на пути повышения скорости цепного тягового органа являются динамические нагрузки, обусловленные кинематикой зацепления. Кинематические импульсы действуют с периодически вынужденной частотой, что ускоряет износ, вызывает усталостное разрушение элементов конвейера. Одним из путей снижения динамических нагрузок на цепной тяговый орган, тяговый контур, является исключение жесткой связи приводного узла с фундаментом. Вот это решение, это такое техническое решение показано на этой схеме. Для проверки функционирования такого технического решения нами проведено компьютерное моделирование в системе Autodesk Inventor. В результате компьютерного моделирования сделаны следующие заключения. Рассмотренный метод компьютерного моделирования средствами Autodesk Inventor позволяет получить достаточно точные характеристики равномерного движения тягового органа цепного конвейера, которые могут быть использованы для исследования динамического воздействия на конструктивные элементы. Показано, что переменное натяжение цепного тягового органа, обусловленное кинематикой зацепления, приводит к колебательному смещению опоры и приводной звездочки относительно неподвижной опоры из-за соответствующего изменения длины пружины между ними. Наблюдается увеличение периода и уменьшение амплитуды знакопеременного изменения ускорения элементов цепного тягового органа по сравнению с конвейером с жесткой связью приводного узла с фундаментом, что приводит к снижению их динамической нагруженности. Исключение жесткой связи приводного узла с фундаментом может снизить усталость и износ элементов цепного тягового органа, вызываемые периодическими кинематическими импульсами, и повысить их выносливость. Здесь кратко хочу сказать, что чем обусловлены динамические нагрузки. Здесь сказано, что обусловлены кинематикой зацепления. То есть в основном цепных конвейерах, это пластинчатые конвейеры, скрепковые конвейеры, используются звездочки с малым числом зубов. Это обусловлено технологическим назначением этих конвейеров. И при этом есть специальная литература, схема, которая показывает, что при этом при равномерном вращении звездочки тяговый орган
из-за переменного передаточного отношения, то есть тяговый орган, это цепь, элементы цепи движутся то есть неравномерно, кратко можно сказать. И вот это прилагаемые технические решения или рассмотренные технические решения позволяет снизить неравномерность движения цепного тягового органа. Следующая задача – это компьютерное моделирование силового взаимодействия дробимого материала и рабочего органа щелковой дробилки. Эту работу представляет магистрант специальности технологическое машинное оборудование второго курса, магистрант Алибек. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Меня зовут Батырбек Алибек. Щековой дробилки – это во многих отраслях промышленности для крупного и среднего дробления материалов широко применяются щековые дробилки, отличающиеся простотой конструкции и высокой надежностью. Однако неэффективная схема силового взаимодействия рабочей поверхности дробящих плит с кусками горных пород не позволяет обеспечить полное использование потенциальных возможностей дробилки и приводит к таким негативным последствиям, как высокие энергетические затраты и повышенный износ дробящих плит. Поэтому работы по исследованию процесса взаимодействия инструмента с дробимым материалом являются актуальными. Использование современным методом компьютерного моделирования в исследованиях процессов работы щековой дробилки позволяет более точно математически описать силового взаимодействия дробимого материала и рабочего органа щековой дробилки с учетом конструктивных особенностей и параметров работы машин, свойств материала. В результате моделирования силового взаимодействия дробимого материала и рабочего органа щековой дробилки определены значения максимальных нагрузок, действующие на подвижную и неподвижную щеки со стороны дробимых материалов. Сопоставление результатов компьютерного моделирования с данным, полученным путем аналитических вычислений, показало, что рассмотренный метод компьютерного моделирования средствами Autodesk Inventor позволяет получить достаточно точные характеристики силового взаимодействия материала и рабочего органа щековой дробилки. Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод осуществления компьютерного инженерного анализа средствами Autodesk Inventor позволяет снизить затраты на проведение исследования по оптимизации схемы силового взаимодействия рабочей поверхности дробящих плит щековой дробилки с кусками горных пород за счет дополнения дорогостоящих физических моделей, грамотно построенной компьютерной моделью. Спасибо за внимание. Далее хочу представить продолжение этой работы, то есть результаты, полученные в результате силового взаимодействия дробимого материала, то есть результаты динамического моделирования, использование далее для исследования напряженного деформированного состояния станины щелковой дробилки. Станина щелковой дробилки представляет собой сварные или литые рамы, точный расчет которых представляет значительные трудности. Обычно для приближенного определения средних напряжений, возникающих в течениях станины, ее рассчитывают как плоскую раму. Данный аналитический метод расчета не дает исчерпывающего теоретического решения задачи по определению напряженного деформированного состояния в станине щелковой дробилки. В настоящее время в инженерных расчетах при проектировании оборудования применяют современные математические модели и методы исследования напряженного деформированного состояния объектов, основанные на решении краевых задач теории упругости, в частности, метод конечных элементов, и реализация этих методов на электронно-вычислительных машинах, которые дают достаточно полную информацию о распределении напряжений деформации и температуры в элементах конструкции
любых сложных конфигураций и при этом позволяет учитывать все известные и предполагаемые особенности нагружения и закрепления деталей. То есть нами создан геометрический модель станины, и расчетный модель. Создан конечный элементный модель с закреплениями, с нагрузками, значения нагрузок, полученные в предыдущем примере, предыдущей работе. В ходе моделирования напряженного деформированного состояния установлены наиболее напряженные участки станины, которыми являются горизонтальные ребра жесткости и передних и задних стенок, внутренние стыки стенок, а также вертикальные ребра жесткости под опорами эксцентрического вала. Конструктивная доработка указанных участков позволяет повысить нагрузочную способность станины. Анализ деформированного состояния показал, что незначительные смещения элементов станины под действием приложенных нагрузок то есть, что свидетельствует о достаточной жесткости конструкции. Таким образом, компьютерное моделирование с помощью системы Autodesk Inventor, учитывающейся все значимые факторы расчета, параметры конечной элементной сетки, механические свойства материала, конструктивные особенности изделия и другие, обеспечивает более точную оценку напряженного деформированного состояния, чем аналитические методы расчета. Компьютерные технологии инженерного анализа также используются нашими студентами при выполнении научно-исследовательских работ под руководством преподавателей. Следующая работа – компьютерная модель динамической работы цилиндрической зубчатой передачи представляет студент группы ТОП-19 второго курса, студент второго курса Кузьмин Виктор. Здравствуйте, я Кузьмин Виктор из группы ТОУ-19, сейчас буду выступать. Существуют аналитические методы расчета зубчатых передач, основанные на различных упрощениях и допущениях, которые приводят к чрезмерному запасу прочности и увеличению веса габаритных параметров конструкции. Однако в настоящее время все больше уделяется оптимизации таких систем, как, к примеру, они становятся меньше, легче, тише, прочнее и надежнее. Компьютерное моделирование как раз позволяет учесть множество внешних факторов в совокупности с нелинейным поведением в реальных системах. Для получения результатов компьютерного моделирования с приемлемой точностью очень важна правильность подготовки геометрической и расчетной модели. Объемные геометрические модели элементов цилиндрической зубчатой передачи созданные с помощью расчетного модуля приложения валы и механические передачи 2D в CAD-системе Compass 3D, которая позволила точно воспроизвести сложные геометрические элементы зубчатого сцепления. В ходе подготовки расчетной модели установлены неподвижные элементы узла цилиндрической зубчатой передачи путем назначения их базовыми и в геометрической модели. Сборочные зависимости между отдельными элементами геометрической модели автоматически преобразованы в стандартные соединения для моделирования взаимодействия палши, стерня и колеса, зубья которых при последовательном сопротивлении между собой передают заданное движение в одном звене к другому. Установлено сетевое соединение 3D-контакт. Исходя из условий задачи, определены параметры соединения. В результате этого мы можем сделать такие выводы. Во-первых, у нас показана целесообразность применения встроенных расчетных модулей CAD-систем, в частности, приложения валовой механической передачи 2D в системе Compass 3D для точного воспроизведения сложных геометрических элементов зубчатого зацепления. Во-вторых, у нас разработана методика подготовки расчетной модели цилиндрической зубчатой передачи, обеспечивающая получение результатов компьютерного моделирования динамической работы с приемлемой точностью. Также, в-третьих, у нас компьютерное моделирование динамической работы цилиндрической сетчатой передачи
показал правильность и функциональность модели и возможность учета нелинейных эффектов определенных условий потери контакта зубьев. И в-четвертых, у нас результаты компьютерного моделирования всего взаимодействия в зубчатых зацеплениях отражают динамические нагрузки, вызываемые которые нелинейным поведением системы. Таким образом, компьютерное моделирование позволяет обрести реальную нагруженность элементов передачи, что может использоваться для определения путей снижения нагрузок и оптимизации конструкционных параметров. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Следующий пример. Я здесь кратко хочу тоже пояснить вот эту работу. В аналитических расчетах скорс на ведомом звене считается постоянным. То есть вот, например, в аналитическом расчете показано по нашим исходным данным 1168 градусов в секунду, а в реальности из-за условий потери контакта, то есть между ведущим и ведомым звеном при соприкосновении происходит упруго демпфирующая связь и происходит постоянная потеря контакта. Вот этот компьютерный модель показывает вот этот процесс, то есть более реально дает более реальные результаты. И результаты вообще показывают хорошую сходимость. Вот, например, от аналитического, если среднее значение при компьютерном моделировании отличается незначительно, а показатели силы незначительно выше, но это с учетом того, что при аналитическом расчете не учитываются динамические эффекты. Динамические нагрузки, возникающие из-за колебательного движения ведомого звена. Следующий пример использования компьютерной технологии инженерного анализа – это компьютерное моделирование динамики виброударного грохота. Современные вибрационные грохоты различных конструкций с размером ячеек сита менее 2,5 мм малопроизводительны и низкоэффективны при грохочении мелкозернистых материалов из-за засорения просеивающей поверхности сита. В последнее время в качестве эффективного метода борьбы с забивкой сеть используется виброударное воздействие, предотвращающее засорение ячеек сита в процессе грохочения. Вместе с тем, создание эффективного виброударного грохота требует проведения исследований по разработке теоретических основ расчета и выбора конструктивных параметров режимов работы. Имитационное моделирование работы виброударного грохота с нижевской связью сети короба проводилось среди динамических моделирований программы Autodesk Inventor. На основании полученных результатов построены графики изменения вертикального перемещения точек короба сита по времени для грохота с виброударным воздействием и с традиционной конструкцией. В результате моделирования показывает, что при виброударном воздействии за счет полученного ударного импульса происходит сложное колебание короба сита с периодически меняющейся амплитудой, а также увеличивается частота колебаний. Такой характер колебаний создает благоприятные условия для высвобождения застрявших частиц материала из отверстий ситового полотна. Анализируя характер колебаний при различных параметрах виброударного грохота, можно выбрать их оптимальные значения, повышающиеся эффективность процесса грохочения. Таким образом, компьютерный инженерный анализ средствами Autodesk Inventor позволяет решать задачи оптимизации параметров работы виброударного грохота для грохочения мелкозернистых материалов. Вот нами представлены некоторые примеры, только некоторые примеры использования компьютерных технологий инженерного анализа в задачах системы машины оборудования. Но еще есть и другие предметы, например, исследование новых конструкций валковой проводки сорта прокатных станов, исследование напряженного деформированного состояния прокатного стана, исследование напряженного деформированного состояния барабана летучей ножницы и так далее. Эти работы все опубликованы в научных журналах. Спасибо за то, что прослушали наши примеры. Можете задавать вопросы.
Уважаемый Кайрош Абилович, рад был прослушать ваш материал. Мне понравился уровень семинара. Интересные и конкретные практические задачи, которые решает коллектив вашей кафедры, студенты, магистранты под вашим руководством. Ну, мы давно друг друга знаем, сотрудничаем, работаем в близких направлениях. Если кто не знает, я профессор кафедры металлургии Алексей Богомолов, кандидат технических наук. Ну, считаю, что подобный семинар научный, посвященный Дню науки Казахстана, сегодня удался. В общем-то, перспективные направления, в которых вы работаете, они действительно находятся на переднем крае науки и производства. Новых вам интересных проектов, заказов, хоздоговорных и тем и грантового финансирования, успешного развития кафедре и вашим курируемым специальностям в Карагандинском индустриальном институте. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые слушатели, еще жду еще как другие вопросы. Спасибо Алексею Витальевичу за его мнение про наш научный семинар. Кратко могу сейчас показать тогда саму программу, сам вот этот программа, которую, почему мы данную программу используем. Если я только что сказал, что вот выбор программы обусловлен различными факторами, да, то есть такие факторы, сейчас я покажу. То есть выбор программы расчета зависит от подготовленности пользователя своей научной области, типа решаемой задачи, типа доступных аппаратных средств, размерности задачи и других факторов. То есть наша задача, например, исследование конструкции, процессов работ, машин и оборудования. Для этих задач в основном более всего подходит такой более специализированный аутодиск, который в основном используется в машиностроительном проектировании, аутодиск инвентора. Ну, и программа широко используется новейшие научные достижения. И еще вот этот такой очень важный пункт, коммерчески вполне доступно. Оно не, по сравнению с остальными программами недорого. С другой стороны, имеются, то есть вот эта компания Autodesk предоставляет образовательные лицензии, которые можно использовать в некоммерческих целях при изучении данной программы. И имеется подробная, понятная документация. Сама программа имеет различные среды. Вот, например, мы в данный момент находимся в среде динамического моделирования, но кроме этого есть среда анализ напряжения, анализ рам, вот, активация среды параметрического анализа. И вот основную вот эту работу выполняет компьютер, расчет, да, выполняет. Но нами там студентами, преподавателями и исследователями выполняется тоже большая работа по подготовке расчетной геометрической модели. Потому что если модель создана некорректно, то получается неточные результаты, недостаточно точные. Здесь в первую очередь в основном графической среде делается компьютерная модель, вот, например, сборка там графической области. И вот если удобно создать геометрическую модель в других CAD-системах, например, как сделал наш студент,
вот этот элемент из зубчатого зацепления, им было сделано в среде, например, приложение, с использованием приложений механика валы механических передач системы Компас. Ну, различные программы имеют своем или позволяют сохранять в таких форматах, например, формат STEP для обмена между данными между различными системами. Вот он, например, создал в среде Компас и потом импортировал с помощью STEP файла на среду Компас, то есть на среду Autodesk Inventor. И далее, ну, после того, геометрический модель будет создан, надо необходимо правильно передавать, устанавливать параметры соединения. Если параметры автоматически не устанавливаются, устанавливают вручную, но при этом там устанавливают внешние силы при необходимости. И надо очень хорошо понимать задачу. Также вот здесь, например, если мы находимся в среде динамического моделирования, здесь вот этот пункт, например, динамическое моделирование, да, устройство графического ввода позволяет отслеживать характер изменения параметров, которые нас интересуют. Вот, например, другой параметр показывает, различный параметр появляется здесь. И еще данные можно экспортировать в Excel. Вот этот кнопка стоит, экспорт данных в Excel. И дальнейшую обработку можно провести, там, определить там, максимальное, среднее значение и так далее. Также, вот, например, в данном пункте максимальные силы, да, если будем считать максимальное значение, то определенные пункты можно экспортировать среду анализа напряжения, и там в дальнейшем определить напряженное деформированное состояние, деформацию. Вот эта программа позволяет, ну, нами используется эта программа в данный момент, потому что она более всего подходит для решения наших задач, как механиков. Ну, есть и другие системы, например, Deform 3D, которые специализированы для решения задач пластических деформаций, упругопластических, пластических деформаций для задач обработки металлов с давлением. Об этом может в следующий раз сказать кафедра обработки металлов с давлением. Вот, данный момент, вот, например, была у нас одна задача такой. Исследование компьютерного моделирования силового взаимодействия дробильного материала и рабочего органа щелковой дробилкой. Здесь более упрощенном виде решена эта задача, потому что есть более такие специализированные программы, которые позволяют моделировать задачи дробления, уже используя метод DEM, дискретный элементный метод, да? Ну, а такая программа пока нам недоступна. То есть один из критериев – это коммерческая доступность. Да? Коммерческая пока она недоступна, но есть в планах. Если планы будут, то более глубоко можно изучить процессы дробления, процесс силового взаимодействия дробимого материала с дробилках, мельницах с помощью программ, например, RockyDEM, ADEM и так далее. Ну, здесь не сам процесс дробления, а вот процесс, как вот этот дробимый материал, как действует на элементы машин. Поэтому нами использован этот процесс. Эта задача частично решена с помощью данной программы, потому что Autodesk Inventor не позволяет глубоко изучить процессы дробления. Ну, также большую роль играет тип доступных аппаратных средств. У нас более такой мощный компьютер, которым, но если задача такой
размерность задачи большой, например, для исследования процессов измельчения в мельницах, барабанных мельницах, или там с большим элементом соединяем, большим количеством соединяемых элементов, то здесь важную роль играет тоже аппаратные средства, мощность компьютера. Большие задачи целесообразно решить с использованием профессиональных рабочих станций с большим объемом памяти, там, с быстродействующим процессором и так далее. Уважаемые участники, будет ли вопрос у вас? Пожелания, вопросы? Вот сейчас тогда покажу. Например, вот этот программу, да? Вот элементы, например, зубчатое колесо, вал, создан с помощью CAD-системы компас. Почему выбрана эта программа? Потому что она имеет в своем составе такие расчетные модули, например. Вот расчетный модуль, да, который позволяет параметрические построения тел вращения и элементов механических передач. Вот, например, вот эта шестерня. Для построения шестерни используем расчетный модуль, цилиндрический шестерня с внешними зубами. Запуск расчета. Ну, сделанный с помощью данных модуля расчетные. Генерируется, то есть импортируется в систему 3D-моделирования, автоматически производится построение деталей со сложными элементами. Вот со сложными элементами вот вам построено. И далее этот файл сохраняется как STEF-файл, например. STEF-файл. Сохранение модели в данном формате позволяет потом открывать его с помощью Autodesk Inventor. С Autodesk Inventor там открывать при открытии, например, файла. Вот можно выбрать файлы, STEP. Да, и обмениваться данными между различными системами. Вот далее в данной среде динамическим моделированием запустить учебное пособие по динамическому моделированию. Можно произвести там процесс моделирования. При этом посмотреть устройство графического вывода, там в силовых соединениях, например, определить силу контакта и так далее. Вот программа, то есть компьютер достаточно мощный для решения данной задачи.
еще раз хочу услышать вопрос, если есть. Кайрош Абилович, вот в плане сотрудничества с кафедрой обработки давлением, даете ли вы какую-то информацию по программному обеспечению Симуфакт? Ну, мы сотрудничаем с данной кафедрой. Здесь как раз, по-моему, присутствует Евгений Александрович. Ну, так как у нас разные задачи, в основном оборудование, да, у нас кафедра называется технологические машины и транспорт, поэтому мы не сам процесс, технологический процесс, а мы работу машины, оборудование используем. И наши задачи в основном упругие, задачи прочности, контакт, только что, который я вам говорил. Поэтому мы можем, например, можем каким образом... Можно с симуфаки, если получаем, например, технологические нагрузки, которые с которым обрабатываем материал, действует на машину. Да? Вот, например, нам нужен для какого-то, например, если мы исследуем прокатный стенд, да, нам нужен будет нагрузки, действующие со стороны обрабатываемого материала, со стороны листа, или заготовки на оборудование. В этом случае можно совместно использовать данные программы, то есть получить с помощью Симуфакт нагрузки, которые необходимы для обработки материалов, и там обратная реакция, это как на оборудование будет действовать. Да? И эти данные можем использовать для того, чтобы моделировать, исследовать работу машин. Ну, у нас когда-то было такие работы. Вот когда мы проводили исследование нового способа сортовой прокатки со сдвигом, там у нас было использовано данные деформ, которые получены с помощью программы Deform 3D, для того, чтобы исследовать там определить, то есть исследовать напряженное деформированное состояние, исследовать, определить прочность конструкции валковой арматуры, прокат, то есть проводки, роликов, проводки и так далее. Есть опубликована работа по этому поводу. Совместно там расчетный метод, метод работы этом. Результаты моделируем с помощью программы Deform и Autodesk Inventor. Спасибо. Пожалуйста, Алексей Витальевич, спасибо за хороший вопрос. Сейчас как раз я только что сказал, вот такие сложные, ну, наверное, вы все знаете метод конечных элементов, который используется и деформы, и в других программах, в Ansysе. Сейчас уже появилось одно из направлений развития этого метода, это метод дискретных элементов, DEM, да. Вот как раз мы хотим сейчас продолжить дальнейшие исследования с помощью данных программ, потому что как раз вот эта программа позволяет моделировать дробление, движение сыпучих тел и так далее. И одна из таких программ, которая пускается... который использует этот метод, RockyDEM, выпускается в компании Hexagon.
Ну, сейчас еще в планах у нас использование программных средств на стран Адамс и так далее, потому что без приобретения в образовательных целях, потому что я недавно ознакомился с сайтом, что они студентам предоставляют бесплатный доступ. Ну, там немножко ограниченность, но можно использовать студенческих работ. Адамс и так далее. Сейчас поставлена задача студентам регистрироваться на сайте и изучать эти программы. Адамс, Настран и так далее. Уважаемые участники, если нет больше вопросов, спасибо за участие, спасибо за хорошие вопросы, Алексею Витальевичу, за то, что хорошие вопросы задавал, за пожелания. Разрешите закончить сегодняшний научный семинар. Еще раз спасибо, благодарю вас всех за участие. До свидания. I'm turning my head off.